Подготовка спортивного резерва Якутии переживает процесс модернизации. По словам министра спорта региона, она должна завершиться к сентябрю этого года. Развитие спорта ведут по всем направлениям. Это и спорт высших достижений, детско-юношеский спорт, адаптивный и массовый. Перед последним стоит задача достичь отметки 40%. К слову, сегодня в республике спортом занимается 34,8%. По словам министра, цель эта вполне достижима, ведь количество людей, систематически занимающихся спортом, неуклонно растет. Также растет и интерес к спортивному комплексу ГТО. На официальном сайте зарегистрировалось уже более 67 тысяч людей. В целом все наши детские юношеские спортивные школы и республиканская детская спортивная школа, они уже должны перейти именно на спортивную подготовку. Это первое. Да. При этом у нас в 2013 году создано управление детского юношеского спорта и подготовки спортивного резерва. Да. То после модернизации у нас управление будет центром олимпийской подготовки. Если брать школу высшего спортивного мастерства, она будет у нас центром спортивной подготовки, да. Ну и по идее вообще, если по-хорошему брать, то мы должны перейти на подушевое финансирование по каждому виду спорта, да.